будет категория No Void Clip. Void Clip — это очень-очень скучный глич. И как мы видим, Митмиллер тренирует довольно сложный скип. И он буквально, понимаете, он Бунни Хоббит выполняет сложнейшие гличи и просто типа разговаривает народом. Это... да. So, because it's a marathon one, we're going to start a new game, but that means the timer doesn't start yet, but I will show, give you a mind when that's going to start. Собственно, у нас есть специальная команда, которая стартует ран. Всегда есть такая команда, зачастую спидранеры ее ставят для того, чтобы пропускать касцену, но Митмиллер их решает вам показать касцену величайшую, когда Джимен приветствует Фримана, говорит, что у него есть миссия для него, нам показывает сцену из первого Half-Life'а. Как произошел прорыв Гзена, то есть, ну, вообще не Гзена, а скорее других миров в наш мир. Boy clip is when you go out of bounds and your speed is set down to 4 and you keep safe loading from that. And that is not allowed. Итак, в начале рана мы появляемся в поезде. И после того, как мы появились, мы ждем определенного момента, то есть у нас там появилась колонна, после чего мы делаем, по-моему, от 7 до 10 сейв-лоудов. Сейв-лоуды забинжены на определенную клавишу, то есть они автоматически делаются сейв и лоуд. После чего мы делаем АБХ, только не обычное, а мы зажимаем прыжок. Ну, точнее, мы прыгаем на колесико мыши, зажимаем назад, и из-за того, что движок игры очень странно решили оптимизировать, точнее, обновить игру до нового движка, разработчики пофиксили стандартный бунни-хоп. То есть, когда мы стремимся влево-вправо, они решили это ограничить тем, таким образом. Когда персонаж набирает 300 скорости, он получает толчок назад. Причем, чем больше у нас скорость, тем больше толчок назад. Но по какой-то причине они забыли, что мы можем прыгать спиной. И спидранеры довольно быстро обнаружили, что если прыгать спиной, то вы также будете получать толчок. Но этот толчок будет вас ускорять. Но по какой-то странной причине, если мы в этот момент нажмем назад, то игра будет считать, что мы двигаемся назад. И тогда она будет нас уже ускорять вперед. Тем самым мы будем получать уже ускорение не назад, а вперед. Что позволит нам и контролировать персонажа, то есть как он куда движется, также и контролировать саму... Ну, проще будет, короче, управлять персонажем, проще говоря. И Митмиллер сделал легендарную башенку. Башенку, которая строится всегда, и он будет ее рушить. Будет ли он ее рушить? Это самое интересное. Здесь мы встречаем Барни, который дает нам самую скучную касцену в игре, которую, к сожалению, нельзя пропустить. Он говорит, что обещал пиво, но все мы знаем, что он ничего нам не обещал. Нам обещал вообще-то другой чувак. Но, может, на самом деле обещал, мы не знаем прошлого Гордона Фримена. Так, и сейчас у нас будет выполнен скип охранника. Не успел! Он успел пролезть ему в ноги. По какой-то причине игра позволяет нам пролезть в ноги этого охранника, минув касцену, где нам нужно выкинуть банку в мусорное ведро. Вообще, можно также перепрыгнуть этого охранника, но быстрее всего это запрыгнуть ему в ноги и просто проползти. На самом деле, если четко попасть в тайминг прыжков, то можно довольно легко пролететь. Здесь у нас показывается, как можно чуть-чуть быстрее ускорить себя,
проходя по лестницам. Да, на самом деле, кстати, здесь стоит охранник, и мы не должны были его перепрыгивать. То есть, по логике игры, мы должны были проходить по всему зданию, и после чего уже только выбираться на крышу. К моменту, когда мы выбираемся на крышу, мы должны были, на самом деле, уже убегать от... комбайнов. Но мы это все пропустили. Сейчас мы, видите, стаб барьер. Короче, очень сложный глитчак. ББ скип. ББ глич, ББ глич стапится таким образом. Дело в том, что у всех объектов в игре есть две... назовем коллизии. Одна — это физическая коллизия, которая отвечает за взаимодействие физики, и другая — это... которая отрисовывается как-то. Не знаю, триггерная, не знаю, как точно ее можно назвать. И у Гордона тоже есть такие две коллизии. Когда мы запускаем под определенным углом банку, банка касается лишь физического триггера, физической коллизии колеса. И из-за того, что она не коснулась другой коллизии, она не получает обратного ускорения. Ну, то есть, проще говоря, она не получает физику. И тем самым она просто бесконечно ускоряется. Но если Фриман прикоснется к банке, то банка передаст свое состояние Гордону. И тем самым Гордон тоже начнет лететь. Он продолжит лететь, и его физика, точнее его коллизия, она сломается. И поскольку мы приседе прыгнули на банку, то когда мы приседаем, наша физическая коллизия ломается. Она зависает в воздухе. И когда мы приседаем, наша физическая коллизия сохраняет наше состояние. Митмиллер с помощью этого застапил очень сложный скип. Он пропустил огромную касцену. Он разогнался, поставил свою физическую коллизию в определенное место, пролетел обратно к Алекс, поехал с ней на лифте, подошел к триггеру перехода, потом он взял палет, поставил его ровно по пикселям, идеально по пикселям, то есть он покоординатно выставил палет так, чтобы когда он коснулся триггера перехода, он задел еще и палет. И игра посчитала, что когда он тронул палет, его физика, точнее, его две коллизии объединились, и игра его телепортировала к физической его коллизии. А поскольку физическая коллизия также имела ускорение, он телепортировался в Out of Bounds с ускорением, и тем самым смог пропустить огромную катсцену. Примерно так. Если кто понял, то вы молодцы. Вау, он делает очень сложные скипы, и он делает его с первого раза, он делает damage boost. Это очень опасно, у него остается мало хп. Благо, здесь впереди есть хилочка, он подбирает хилку. Он не подбирает хилку. Почему он просто прыгает по поезду? Что? Что происходит? Господи, Митмиллер, хватит делать такие скипы нереальные с первой попытки. И что, легенда? Это Тасс? Это Митмиллер. Он просто показывает, как он делает сложнейшие скипы с первой попытки. И он даже не вспотел. Понимаете, это идеально. Далее мы попадаем в небольшую касценку, где на нас скидывают бочки. И пока эти бочки не взорвутся, касцена не закончится. Точнее, не откроются вот эти ворота. Пока мы находимся в воде, бочки не носят нам урон. Правда, Митмиллер чуть-чуть раньше, чем взорвались бочки, вылез. Ой, все-таки задел. Я думал, он сейчас идеально просто пролетит баранаклов, но не повезло. Немножко не повезло. Здесь у нас происходит загрузка, она немножко противная, потому что мы можем пролететь угол и...
упасть, тогда вам придется делать пропфлай, но Ютмиллер молодец, скилловый, и он пролетает. Берем бочку, взрываем доски, это все равно быстрее. Также мы здесь, используя пропфлай, активируем триггер касцены. Ну, он как бы сам активировался, но в игре есть некоторые триггеры, которые ускоряют касцену, то есть мы можем чуть-чуть ускорить касцену. Также мы бьем по голове вот этого вот NPC, чтобы он продвинулся быстрее. Это работает таким образом, что когда мы бьем по голове NPC, игра думает, что NPC застрял, и она его телепортирует на специальной точке, такие привязки. Ну и сейчас мы пытаемся... просто бодихопим, на самом деле, ничего мы не пытаемся. Нам... нужно как можно быстрее добраться до следующего крупного клича. Ну, следующий крупный глич, он на самом деле очень имбовый, но его попроще, мне кажется, объяснить, чем вот тот глич. Здесь мы подбираем обязательно эту бочку. И здесь есть два варианта. Первый, мы с помощью вот этих вот летающих чуваков, мы можем от них отпрыгивать, когда они находятся в воздухе. И тогда сразу бы залетели в этот контейнер, но Митмиллеру пришлось использовать сейф-стратус с бочкой. Кстати говоря, да, если мы будем подниматься по лестнице и при этом постоянно спамить... седания, то мы будем быстрее подниматься по лестнице, чем если бы просто лезли. Это, в принципе, применяется не очень часто в игре, поскольку лестниц довольно мало, но на всех местах, где есть лестница, мы это стараемся применять. Здесь есть такой вот небольшой промежуток, где нету невидимой стены, там, на самом деле, где Митмиллер шел. Но многие думают, почему раннер может не вылезти чуть раньше в out-of-bounds. На самом деле там огромная невидимая стена, которая не позволяет, невидимый потолок даже, который не позволяет пролезть. В игре есть также safe deletion, так называемый глич, который позволяет нам сделать некорректный сейв, который позволяет нам получить предметы. Это работает таким образом, что мы создаем некорректный сейв. В данном случае мы создаем сейв, который имеет название двоеточие. Игра думает, что она не может создать такой сейв, после чего она просто подгружает специально созданный сейв разработчиками, который выдает нам лодку, оружие и все. И мы применяем самый, наверное, часто используемый скип в ране. Это, точнее, скип аглищ, который позволяет нам засетапить ноуклип. Да, мы реально сейчас были в ноуклипе. Это работает таким образом, что когда мы садимся и выходим из лодки, временно игра выдает нам ноуклип, чтобы мы не застряли... в лодке, в машине. Но когда мы выходим из машины, после чего трогаем триггер перехода между уровнями, триггер между перехода между уровнями удаляет лодку, тем самым он игнорирует анимацию выхода из лодки и не выдает нам... точнее, не забирает у нас ноуклип. И мы можем продолжить спокойно лететь на ноуклипе. Правда, если мы тронем барнакл, то он нам отнимет ноуклип. Но не все так просто. Дело в том, что когда мы застапили этот глич, у нас появилась интересная механика. Во-первых, мы стали пуль непробиваемыми. То есть теперь нам пули не наносят урон. Как видите, по нам стреляет вертолет, и мы не получаем урона никакого абсолютно. Мы это абсолютно игнорируем. А также у нас ломается физика взаимодействия с объектами. Такими как коробка, бочка.
двери, все, что является в игре объектом, оно начинает дико ломаться. Точнее, когда мы врезаемся в такие объекты, игра пытается нас протолкнуть. И зачастую она даже игнорирует стены. Поэтому сейчас мы... он просто пролетает это заграждение. Но вот здесь вот есть заграждение, которое мы по факту должны были открыть, приехав сюда на лодке. Но он просто берет случайный предмет, прыгает в него, приседает, и игра просто проклипывает нас сквозь стену. Абсолютно мирею. Далее он состапит довольно сложный клич, где нам нужно пропустить сегмент с вертолетом. И сразу залететь сюда на корочку, чтобы, конечно, немножечко сократить маршрут. Ну и плюс здесь можно хорошо набрать скорость, чтобы пролететь по туннелю. Как же он летает? Просто как же он летает? Это просто гений. Просто не останавливается практически. Везде, где можно набрать скорость, он набирает. Ну, здесь небольшая ошибка, но нормально. Он очень хорошо делает сейвы. Ну, видите, комбайны по нам стреляют, мы вообще игнорируем их абсолютно, нам не на них, мы урон не получаем, мы молодцы. Я сильно разогнался, здесь придется казуальненько проплыть немножечко. Ну, перебарщивает иногда, перебарщивает, как говорится. And this is a pain in the game when you're running out of sprint, but fortunately. Так, и у нас следующий скип, который позволяет нам пропустить часть дамбы и сразу попасть, по-моему, попасть в следующую часть. Да, Black Mesa, я что-то подумал, что она не Black Mesa называется. А мы дальше идем в Black Mesa. И, кстати говоря, здесь мы могли заметить, что у нас... часть локации подгружена, хотя по факту, кто играет, наверняка, кто играл в ХХС, знает, что там были бы невидимые поверхности, то есть там не было локации подгружено. Это тоже все делает Ghost Mod, он позволяет подгружать следующую локацию заранее, чтобы спидранеры могли легче ориентироваться. Потому что когда Митмиллер перелетал дамбу, там ему нужно было попасть в воду, чтобы не получить урон. И он это успешно сделал, потому что он видел, куда он падает. Это не читы, но немножечко упрощает. Ну и у нас начинается довольно долгая катсцена. Это катсцена Black Mesa. When sending your donation, thank you for all of your wonderful donations so far, and remember to keep them coming. Тут мы Мосман чуть-чуть подталкиваем, причем очень хорошо подталкиваем. И сейчас мы будем выполнять скип под названием «Мы не умеем ездить на лифте». Поэтому мы берем здесь две бочки, нам нужно будет здесь две бочки. Во-первых, нам нужно будет активировать лифт. То есть мы пойдем с Мосман и активируем лифт. Но при этом нам нужно выйти из этого лифта, чтобы ускорить катсцену. То есть сейчас мы ждем, когда Мосман активирует лифт, после чего мы с помощью бочки вылазим из лифта. Он так решил делать? Ну ладно. Но обычно здесь мы вылазим из лифта с помощью второй бочки, клипаемся в пол, и уже на тот этаж, на который он просто пришел, мы с помощью кровати клипаемся в пол. Также мы, как видели, Митмиллер залез в комнату, в которой сейчас Мосман полет, и заранее активировал один триггер, чтобы ускорить катсцену. Также мы не даем Мосман подойти к Лаю, это позволит заигнорировать игре некоторые диалоги, что ускорит
появление Алекс, то есть ускорит Кассену. И как вы видите, как вы могли заметить, сейчас Мосма зашла в комнату, но она не могла зайти в комнату, ее просто телепортировало. Это прям наглядная демонстрация того, как работает механика вот этого вот телепортов между специальными точками, заранее созданными разработчиками. Ну и мы ждем конца. Ждем конца Тикасены. На самом деле мы ждем, пока к нам вернется Алекс. Поскольку дальше мы будем продвигаться с Алекс. Ну и как вы все знаете, наверняка вы все проходили Half-Life по 50 раз. Сейчас мы должны будем получить величайшее оружие Гордона Фримена. Нет, это не монтировка. Монтировку мы уже давно получили. Мы второе величайшее оружие получим, это гравипушку. Или нет? While $10 is enough to ensure that four children get access. Да, мы нарушаем все законы. Мы пропустили получение монтировки. Заигнорили просто, понимаете? Мы величайшее оружие в игре пропустили. Конечно, мы с их делеем его получили все равно, но мы его получили, согласитесь, не совсем честно. И то же самое будет с гравипушкой. Мы ее пропустим. Мы сразу пойдем в Ривенхолл. Эти два величайших объекта Half-Life'а мы пропускаем. Вот настолько жестокий спидран. Здесь мы клипаемся, сетапим теперь здесь бочки. Одну бочку мы должны сетапить там вот, где ее поставил Мит Миллер между прохода, и одну бочку мы должны сетапить в проход. Точнее, мы ее туда просто заранее ставим. Мы все равно ждем касцену Алекс. Причем игра не дает нам заруинить, она буквально сразу телепортирует Алекс. Ждем открытия двери, ставим бочку и теперь клипаемся. Дело в том, что когда мы сделали клип, игра сделала переход, то есть она активировала такой триггер, который отвечает за переход между уровнями, но из-за того, что мы клипнулись, мы попали в другую локацию, точнее мы остались на локации, на которую мы перешли, но мы попали в другое место. И тем самым мы смогли пропустить все получение гравипушки. Также мы пропустили игру с собакой. Это вообще, наверное, самое жестокое. Миллер делает гранат-буст. Обычно здесь, по-моему, делается... Или не здесь? Не, по-моему, здесь делается обычно буст с... Не, вру, все-таки дальше используется буст с бочкой, но он там делал гранат-буст. Ну, в принципе, все, мы опять же делаем клипы в определенных местах. Берем здесь триггер, не забываем, чтобы сработал переход. И делаем довольно сложный гранат-буст. Нам нужно стрельнуть из-под стволки и также взорвать гранату. Опа, получилось. Довольно быстро он закидывает. И здесь мы с помощью крыши перелетаем и попадаем в локацию. Здесь, кстати, есть стол. Он довольно опасный. Это один очень опасный стол, в котором можно случайно застрять. Ставим здесь скип с гранатой. Нам надо в определенном месте сделать серф и перелететь здесь забор. Конечно, есть всякие альтернативные способы пройти, не взрывая себя, например, гранатой. Но быстрее всего, конечно же, сделать гранат-буст. Здесь мы не забываем серфить от определенных поверхностей, чтобы не получать урон. Ой-ой-ой, как же он по балкам прыгает. Здесь есть, кстати говоря, классная установленная бочка, которая... на которой мы просто запрыгиваем, она склипает сразу в воду.
Просто как разработчики как знали, знаешь, типа, что спидранеры будут там наверняка использовать вот этот вот гличи и наверняка клипнуться с этой бочкой. Она там абсолютно бесполезна, вот серьезно. Ой-ой-ой, Митмиллер хватку что ли теряет. Как он долго делал скипы, довольно сложно скипать. Ну, мы просто здесь все пролетаем, ай-яй-яй. Коробочки его троллят. Они должны были его проклипать, но они не сделали это. Да, у нас здесь, кстати, еще, по-моему, гассены есть, но мы их абсолютно игнорю. Мы просто с помощью бочки клипаемся в одно место, потом в другое, с помощью бочки пропускаем все файты, все просто, и попадаем у нас в самую открытую локацию, это City 17, как она там называется. Я не помню, как называется, но там 17, короче. По-моему, 17. И мы просто пропускаем вообще часть острова, буквально прошарков в воду. Здесь очень такой тонкий момент, нам нужно попасть на поверхность таким образом, чтобы не умереть, то есть нам нужно попасть, поймать серф. И у Митмиллера просто это божественно как-то получается, я не знаю, он просто гений. Ай-яй-яй, долетел, ай, хорош, просто, у него реально чуть-чуть не хватило скорости, чтобы лететь, но он нашел серф-поверхность, отлетел от нее. Ой, хорош какой. Ай-яй-яй, низковато, нужно выше. Он прилетает просто все, заграждение. Ай-яй-яй, практически идеально пролетел мост, но чуть-чуть не повезло. И мы, кстати говоря, примерно добрались с того, с чего начинался ран, точнее, да. То есть, примерно, ну, чуть-чуть дальше, ладно, вру, Митмиллер показывал нам. А нет, как раз-таки, по-моему, он вот здесь вот показывал. Вот здесь вот начинал. Перелетит. Должен. А, идеально просто. Просто идеально. Я не знаю, это... Это просто охрененно, чуваки. Я просто знаю, сколько я времени тратил на это. Я вижу, как он это делает. И я в шоке. Этот человек реально сотни раз проходил игру. Реально. У него же, да, мировой рекорд. Я правильно помню. Ну, я точно помню, что у него он был очень долгое время в этой категории. Да, у него, да. То есть он абсолютно заслуживает его. Прям абсолютно заслуживает. Ай-яй-яй. Он чуть-чуть врезается, расхвалил. Ладно, немножко перехвалил я Митмиллера, тут он чуть-чуть теряет время. Но он возвращается, он здесь проходит, и он полностью скипает пещеру, полностью проскипал пещеру, загрузился, и мы попадаем в тюрьму, если я правильно, как она там правильно называется, я уже не помню, но мы попадаем в следующую главу. Тюрьма. Как же он залетает? Ай-яй-яй! Почти у него идеально получилось залететь. Буквально, опять же, ну, просто где-то 10 UPS просто не хватило, чтобы прям идеально попасть. Having an SMG grenade and combining that with the slope off of the hill would make that strat so much more consistent. Он сделал серф в трубе и подлетел, и практически залетел наверх. Я не знаю, как он умудряется оптимизировать такие места. Прям просто не понимаю. Здесь он строит пирамидку из двух коробок и просто клипается внутрь тюрьмы. Здесь довольно сложно скип. Нам нужно дело в том, чтобы проклипаться в угол, чтобы миновать очень много...
спортивных мест, потому что из-за нашего состояния в игру играть нормально очень тяжело. Ой-ой-ой, что творит этот спидранер? Он, конечно, потерял очень много времени на том, что делает такие скипы, но это так красиво, это реально очень красиво. Perfect. We have $25 from Pasco saying, "Rise and Shine". Ай-яй-яй, коробка не тролль. It's the real Half-Life hours now. That goes лучший способ клипаться в коробку — это с разбега, но не всегда получается. То есть можно немножко неровно поставить коробку или что-то еще тебе помешать. Коробки, они довольно такие троллящие. Такие маленькие коробки, они обычно поменьше троллят. С ними попроще клипаться. Здесь он вообще через решетку клипается. Ну, это, ладно, это довольно стандартный клип. Здесь нам нужно клипаться с помощью турели, и он пытался ее на скорости поймать, но это вообще, по-моему, сегментный клип. Ну и да, мы дальше будем пропускать весь тюремный сегмент. И сейчас очень довольно сложный трюк. Нам нужно было запрыгнуть на вот эту коробочку и сразу от нее отпрыгнуть. Потому что если бы он на ней застрял, то его бы просто клипнул в аутобаунс, или он бы просто застрял в ней, бы, и это был бы софтлок, ему пришлось бы грузиться. Но у него все получилось. Далее мы ищем вот специальное место, запрыгиваем на коробку, и она просто проклипывает нас сквозь текстуры в другую часть тюрьмы. You know, it takes forever, so we're just gonna skip through the whole thing with our quick clip. Просто близимся к выходу, то есть нам реально осталось немножко. Maintaining all the speed, you would fly past this room immediately. Yeah, it's pretty hard. В чем эта глава? Реально длинная, очень длинная. Там босс-файт есть с боссом, самолетом, вертолетом, не знаю, его позиционировать правильно. И врагов много, и головоломок я, наверное, тоже много, не помню уже казуально прохождение. Но мы просто все пропускаем нагло. Просто все. Собираем некоторые патроны. Ну, лутаемся, грубо говоря. Много всего нужно. Обязательно нам нужны гранаты, нам нужна подстволка. Они нам понадобятся, чтобы застапить один глич. Хотя, я только вот не помню, мы сейф-делей делаем. Нет, мы не делаем, да. Но здесь сейчас будет вроде бы как void clip, но на самом деле это не void clip. То есть, он похож на void clip, да. Но по сути своей мы сейчас обузим нашу механику вот эту вот. Так, да. Я точно не помню, почему это не считается void клипом. Там очень тонкая грань. Но суть в том, что мы должны были сделать safe load, взять вот эту турель. Эта турель активирует катсцену намного раньше. Точнее, не катсцену, я путаюсь. Она активирует приход комбайнов. И нам нужна вот эта деталь, которую оставили нам комбайны. Это панелька закрывает доступ Мосман к панели управления, и тем самым она позволяет нам пропустить часть диалога, часть касцены. Мы можем заметить, что лифт едет без Элая, он просто пустой едет. Это как раз таки связано с тем, что мы закрыли панель для Мосман. So we're setting up this prop here. Важно здесь не дать комбайнам пройти, иначе они очень быстро убьют NPC, что нам просто никак нельзя допустить.
Но мы просто стоим, потому что мы не получаем урона от комбайнов. Раньше, кстати, мы здесь составляли турели, отстреливались, не давали доступ к нашему NPC. Все, вы можете заметить, что лифт на самом деле, он все это время должен был стоять и не двигаться. Но из-за того, что мы сломали последовательность, лифт запустился намного раньше, и Элай как бы стоит на месте, но на самом деле он сейчас телепортируется. Да. То есть у нас он лифт даже уже глючить начал, потому что игра немножечко в шоке от того, что происходит. Но дело в том, что Мосман должна все равно активировать панель в определенный момент, чтобы произошел телепорт. Иначе это софтлокнет игру. Ну и в принципе все, мы ждем окончания касцены, после чего мы, конечно же, и сами телепортируемся. Ну давай, какие же длинные касцены. Ну все, в принципе. Видим, что Мосман зашла в лифт, и им больше ничего не угрожает. И лифт возвращается. Телепорт возвращается. Здесь мы встречаемся с небольшой проблемой. Дело в том, что мы... мы не можем ехать на лифте. Из-за нашего состояния лифт сломался. Точнее, мы сломали лифт. Если мы сейчас поедем на лифте, то мы не поедем на лифте. Мы просто пройдем сквозь лифт. То есть, видите, лифт просто проезжает сквозь нас. Поэтому мы с помощью гранаты и подствольника запрыгиваем в триггер. Активируем его заранее. Ну, мы как бы и ускоряем лифт. Точнее, лифт, блин, почему я его лифтом называю? Телепорт. И при этом мы просто физически проходим игру, потому что иначе мы не проедем игру. Ой-ой-ой, что творит Макмиллер? Он делает гранат-бусты вместе с ящиком. И он делает... Он делает, я говорю. What? Он делает клип. Ох, как же хорошо. И у нас выступает глава повстанцев. Где у нас должны быть NPC сопровождения, которыми мы ходим и воюем с командами, но этот момент пропускаем. Ой, пошел по легким страткам. Все, что ли, Мидмиллера закончилось? Мана, да? Да ладно, это реально сложные скипы, и это был бы дикий пукчамп, если он их сделал. Ой-ой. Вообще-то он не должен был хватать эту мину, как понятно. Должен был ее пропустить, и здесь у нас есть секретка, расставленная разработчиками. Нам нужны гранаты и подствольник, чтобы засетапить один скип. Он ставит гранату, ждет, когда она взорвется, и в момент взрыва также себя вызывает. Очень сложный скип. Очень сложный скип, и он выполняет с второй попытки. Я что-то не обратил внимания, он так быстро его сделал. Ну, с помощью парта он клипает себя в подвал. И у нас здесь переход. Здесь у нас также будет небольшая касценочка. Ну, вообще, как бы, по факту в игре нет касцен, но есть такие замедления. Но мы их, конечно же, тоже будем игнорировать полностью. И с помощью ящика мы сделаем довольно сложный клип.
Если вы думаете, что этот клип легкий, абсолютно нет, абсолютно. Сами попробуйте, вы будете удивлены, насколько трудно его сделать. Там прям дикий профессионализм нам показывает. Пилер делает его с первого попытки. Ну, плюс ему все-таки немножко повезло, он, у него есть такой небольшой рандомчик. Он хочет показать какой-то очень сложный скип. Но он у него не получился, поэтому делает запасную стратку. Ой-ой-ой, Миллер, надо здесь быть осторожней, а то так встанешь на объект и улетишь от упаунс. Или того хуже застрянешь. Прилетает с помощью гранаты. Можно было сэкономить, конечно, гранату. Ну, не гранату, под стволку и сделать клип, но... Это не VR-страт, как говорится. Миллеру такие страты неинтересны. Поэтому просто клипает. Клипается сквозь решетку. Нам даже двери не помеха, понимаете? Вообще абсолютно не помеха. Ай-яй-яй. Прыгнул не вовремя и потерял скорость. Мог чуть быстрее пройти. Но у него получился гранат буст в первой попытке. Это молодец. Там не очень сложно, на самом деле, гранат буст был по сравнению с тем, что было раньше. Так, он взлетел. Опа. Пропускает вот эту баррикаду. Легенда, просто легенда. Я не знаю, он... Почему он так хорош? Ой-ой. So he's looking at the floor for aligning his crosshair and positioning with. Напомню, у нас, кстати, до сих пор нет гравипушки, если вы не заметили. Allowing for very precise damage boosts and setups for launching. То есть там была головоломка, связанная с тем, что мы должны были гравипушкой воспользоваться, но мы этот момент упустили. And we try not to get exploded here because they do, we do not want to explode all the boxes. Dude, да, там, по-моему, не уверен, там был или где-то еще. Да, по-моему, там был момент, или он дальше будет. По сути, особо не важно, потому что мы этот момент пропускаем. Там просто довольно легендарный момент. Так, осторожно, осторожно падаем. Получаем как можно меньше урона. Момент с Барни. И здесь выполняется последний. Последний прыжочек с гранатой, я так понимаю. Потому что дальше вроде как нету их. Дальше у нас появляется базука. Теперь мы будем ускорять себя с помощью базуки. У нее патронов побольше. И плюс у нее к ней также патроны любят давать. Вообще, мы здесь со страйдерами должны начать сражаться, но... Кто мы? Мы спидранеры, и нам страйдеры нипочем, поэтому мы просто все пропускаем и сразу клипаемся в канализацию, из которой попадаем в следующую главу. Мы попадаем на фабрику. По-моему, предпоследняя глава. And we do that because we need the query gun now. It's kind of fortunate that I don't think we're losing. We're not really missing out on that feature. И здесь мы попадаем в касцену. Небольшую. Ну, не, нет. А, я спутал, не в касцену. А, не вру. Серьезно, мы должны здесь были попасть в касцену, но мы проскипаем этот момент сейчас с помощью вот этого
дроида. И вообще мы должны были здесь ехать на вот этих тележечках, но мы это пропустили, и теперь нам нужно сделать несколько очень сложных прыжков и попасть в зону, в которую мы должны были приехать своим ходом. Это намного быстрее, но и намного сложнее. То есть вот эти роки-джампы, это реально очень сложные. Они очень-очень сложные. Ну, вы сами видите, что Мит Миллер тратит на это много времени. Но они того стоят. Они... Потому что эта касцена очень долго, она, по-моему, больше минуты занимает. И о чем я говорил, у нас до сих пор не было грави-пушки. И дело в том, что дальше по сюжету игры нам очень сильно нужна. Поэтому игра сжалится и выдаст нам ее. Поскольку, кто знает, у нас дальше будет поле, уничтожающее все. О, да, он попал на рельсы к поездам. Это значит, что осталось самое простое. Просто упасть сюда. И здесь около стены, около вот этой стенки, есть позиция, на которой отсутствует триггер, который выкидывает из нашего инвентаря оружие. Поэтому мы можем спокойно собрать оружие, наше просто спокойно его в себе вернуть и безнаказанно идти дальше. Хотя, по факту, это оружие, которое... Ой, оружие. Это поле должно было нас разоружить. Оно уничтожает все наше оружие, но при этом заряжает грави-пушку. Ну и поскольку у нас не было грави-пушки, игра ее нам просто выдала. А касцена, в которой все это происходило, она активировала грави-пушку. Причем нам нельзя было подбирать грави-пушку, если бы мы бы подобрали грави-пушку, а мы, по правде говоря, могли это сделать. Это все ломало. Далее мы здесь подбираем монитор, и мы делаем монитор-буст. Мы кидаем энергошар под монитор и взлетаем вверх. Я что-то пропустил момент, где он сейф-дилей сделал, слишком быстро бегает. Ну да, он сделал сейф-дилей, чтобы вернуть. И он с первой попытки залетает в тележку. И теперь нас ждет веселые 6 минут касцены. Ну что, ребят, как вам ран? Я хочу попить воды, потому что у меня все пересохло. Это что-то с чем-то. Это супер легендарный ран. Я понимаю то, что я зря поставил 20 тысяч поинтов. 20 тысяч пузыриков, ребят, я вам отдаю. Понимаете? Я не думал, что Мидбиллер настолько легендарно пробежит. Я понимал, что он может. Но я не верил, понимаете, я вот ожидал марафон Лака. Прям ожидал, верил, что вот там что-нибудь сломается, игра крашнется, у него перестанет работать, ну, клип глич. Ну, легенда просто. Я попил воды и как будто заново родился. Ну, собственно, дальше нас ожидает еще один глич, который довольно сложный в понимании. Это глич позволяет нам снова активировать ноуклип. По факту он работает так же, как и глич с лодкой, когда мы выходим из лодки и делаем переход. Только здесь ситуация сложнее, потому что момент перехода между выходом и переходом есть промежуток, в котором Гордон получает физическое свое состояние. И нам с помощью сейвов придется отложить отнятие ноуклипа так, чтобы когда мы коснулись триггера перехода, игра нам ставила ноуклип. Это очень сложный клич. Я очень удивлюсь, если у Мит Миллера получится он с первого раза. Прям очень сильно удивлюсь.
Yes, tomorrow, 5 o'clock, you will find us, you know, source runs. Вот единственное место, где он сейчас может наруинить, это вот именно вот это вот место с сетапом. Потому что там очень четкий тайминг, прям ну, очень четкий. И что интересно, когда мы спидранили игру на фабрике, я обратил внимание, что у каждого пользователя этот скип индивидуален. Я так понимаю, он зависит от количества FPS, от скорости загрузки, от носителя, на котором установлена игра, потому что мы же делаем сейф-лоуды. Minimum donation for any prize is $15. Ну, тут здесь довольно долгая кассера. Опять же, я, как сказал, на 6 минут длится, поэтому можно пока расслабиться, насладиться лицом Брина. Once again, check them all out at prizes.esamarathon.com and just make sure you don't miss a prize by a dollar, because that would not be very good. В чем в игре нету звука, чтобы вы понимали. На трансляции нету звука игры. Я не знаю, с чем это связано. Типа, я вот оригинал смотрю, и у меня все равно нет звука. А, он есть, он просто такой тихий. Господи, погромче бы сделали. Maybe, I'm not too sure, but someone looked that up. Don't want to build up the entire hype, but I know I just did. Oh, we have Alex now. Was he here the entire time? I didn't think he was a part of this game. Hmm, Alex. Зрителей нету. Ну, на самом деле, потому что, наверное, 4:30 утра. Okay, yeah, I'm not gonna beat that. В будние дни. Это на самом деле чудо, что Half-Life в ночное время пустили. Я за сколько? Больше 7 лет просмотра марафонов впервые наблюдаю такую ситуацию, что Half-Life в ночное время запустили. Ну, с другой стороны, на самом деле, ну, сказать по правде, Half-Life немножечко, мне кажется, зрителям приелся. Я думаю. Потому что, ну, он, ну, слишком много раз был. Прям, ну, слишком много уже раз. Его каждый год показывают. Но, что интересно, у нас еще впереди ждет Half-Life 1. We're gonna have to focus on this now, but yeah, this is gonna be over. Ну здесь сейчас мы увидим. Давайте делаем ставки. С первого раза он сделает глич. We're gonna do a strat that is pretty much the same strat as in the boatless section where we used no clip by like preserving the no clip state. That we get from vehicles, and this pod we're in is considered as a vehicle, or it has так, делаем сейф. Еще один сейф на всякий случай, чтобы если заруинит, то у нас был и так. So he's gonna be spamming save loads here. Всех по-разному, некоторым хватает 7-8 сейвов, кому-то там может больше 10, Да, мы специально еще между сейвами ждем такой небольшой промежуточек. С первого раза? Да. Красава. С первого раза он делает глич. Это просто пок. Пок-чамп. So we can touch some triggers, but unfortunately we can't touch change level triggers in no clip. Or rather, ну и после чего мы уничтожаем здесь реактор. И, по-моему, и все, да, по-моему, сейчас ждем время, немножко ждем, и после чего будет время. И время, 51:48. Ставки — это зло, ребята. 20 000 пунтосов я вам подарил.
Я не поверил, понимаете, не поверил Meet Milio. Просто не поверил в него. Он показал силу, мощь спидранинга, насколько он может быть красивым, идеальным, профессиональным. Причем он показал реально очень сложную игру для спидрана. С кучей просто каких-то крышесносных типов. И при этом все сделал идеально. But yeah, you can follow me on Twitch, Martin Miller, and you can follow Maxim here as well on Twitch. You can also subscribe to us on YouTube. And go to swordsmans.org if you want to see how all this works. And you can also join our Discord server, which I think is discord.gg/swordsmans. Yeah. And yeah, I think that's it. Thank you all for having me. Ну и да, первым вообще, наверное, абсолютно обидно, потому что 18 секунд. Which is on Wednesday at around 11 PM. And don't forget to watch Mutis Run Eater, which I believe it's Friday at 10 AM. Not too sure. Yeah, thank you very much, ESA, and everyone here, and everyone at home. Thank you so much, guys, for the wonderful run. As for all of you watching at home, we will be right back with Super Smash TV. Don't go away.